Всем привет! Сегодня мы продолжаем изучать фразовые глаголы. Предыдущее видео можете посмотреть выше. И сегодня мы начнем с фразового глагола look for. Look for – это искать. What are you looking for? Что ты ищешь? Look up – посмотреть что-то. Посмотреть какой-то ответ, посмотреть значение слова, допустим, в словаре. Посмотреть что-то в интернете – это все look up. If you don't know the answer, you should look it up. Если ты не знаешь ответ, посмотри его в книге, в интернете. То есть будет зависеть от контекста. Но look up обозначает вот, посмотреть где-то ответ. Drop off – подвести кого-то и высадить его где-то. То есть drop off – это высаживать. I will drop you off by the supermarket. Я тебя высажу возле супермаркета. Get along. Get along – это ладить. И он очень часто используется с предлогом with. Get along with. I get along with my students really well. Я очень хорошо лажу со своими студентами. Я в хороших отношениях со своими студентами. Hang up. Повесить трубку. Why did you hang up on me? Почему ты повесила трубку? Очень часто этот фразовый глагол используется с предлогом on. Hang up on somebody. То есть дословно why did you hang up on me? Почему ты повесила на меня? Почему ты повесила трубку при разговоре со мной? Log in. Зайти в систему. То есть когда вы вводите свой логин и пароль, это вот to log in. You need to log into your account before you start to work. Тебе нужно войти в систему перед тем, как ты начинаешь работать. Log out – выйти из системы. You should always log out of all your accounts when you use public computers. Ты всегда должен выходить из системы, когда ты используешь общественный компьютер. Cheer up – взбодрить, подбодрить. I was really sad this morning, but my friends cheered me up. Я была очень грустна этим утром, но мои друзья подбодрили меня, взбодрили меня. Come across – натолкнуться на что-то, встретить что-то. I came across an interesting article today. Я натолкнулась сегодня на интересную статью. Fill up – наполнять. I filled up my cup with coffee. Я наполнила свою чашку кофе. Перепишите себе эти фразовые глаголы, проговорите их, проговорите примеры с ними, придумайте свои примеры с ними и начинайте их использовать. До новых встреч! Не забудьте подписаться на мой канал, если вы хотите больше таких видео. Пока!